Лебедев ищет, кому бы отдать. Находит в итоге Премудрова, который только вышел на замену. И Павел Савицкий. Вот его шанс, вот его момент, вот его удар! 6-0! Дубль Павла Савицкого! 29 июня – кошмарный вечер в истории футбольного клуба «Гомель». Домашнее разгромное поражение от брестского «Динамо» со счетом 0-6. Это было отправной точкой, когда мы достигли дна, и необходимо было оттолкнуться и начать побеждать. Да, после этого мы еще проиграли 0-1 в Витебске, но при этом показали неплохой футбол. После этого мы не проигрывали. Алексей Меркулов все-таки скромничает. После Бреста и Витебска гомельчане добились 4 побед при одной ничьей и резко вскочили в середину турнирной таблицы. Правда, наставник замечает, что домашняя ничья с минским «Динамо» по содержанию игры ему понравилась больше, нежели Виктория над Ислычу в последнем туре чемпионата. Тренер, наверное, полностью не может быть всегда удовлетворен. Да, мы добились результата с Ислычу, но хотелось бы, чтобы качество игры нашей было лучше. Хотя, с другой стороны, были игры, когда мы показывали, в принципе, хороший футбол, но не добивались результата. Поэтому что лучше, это вопрос вопросов. Для нас сейчас важен прежде всего результат. Слагаемые успешной серии клуба с берегов Сожа, по мнению тренера, банальны. Кропотливая работа на тренировках и серьезное отношение к делу футболистов. Гомель сегодня – это баланс в игре при старых проблемах в атаке. Всего 12 забитых мячей в 20 матчах. Крайне низкий показатель. Вот это пока головная боль. Мне хотелось бы, чтобы команда забивала больше. В принципе, моментов мы создаем достаточно. Но пока, как говорится, у нас минусовая разница мячей. Хотелось бы в этом плане, чтобы мы забивали побольше. Поэтому вот это сейчас основная проблема, основная, так сказать, пища для размышлений для тренерского штаба. Ну, будем выстраивать и уже выстраивали тренировочный процесс с прицелом на то, чтобы команда играла агрессивнее в атаке, острее играли наши нападающие и так далее. Гомель в последние годы активно прибегает к услугам легионеров, причем некоторые из них обладают любопытными карьерами. Бразилец Нивалдо наиграл в итоге на переезд в Брест. Россиянин Айдов с опытом выступления в российской премьер-лиге. Серб с канадским паспортом и видами на национальную сборную Капар. А теперь еще и ганский защитник Гидеон Баа. Он приехал из американской МЛС, где играл за Нью-Йорк Ред Буллс. Это очень амбициозный человек, который хочет играть в футбол. У него была, ну, достаточно тяжелая травма, он где-то пропустил полгода. Поэтому, ну, агент предложил его, он приехал, ну и помогает нам. Дай бог, чтобы таких легионеров как можно больше появлялось в белорусском футболе. Мотивация легионеров понятна, но как здесь не вспомнить 2012 год, когда Гомель стал чемпионом в турнире дублирующих составов. Между прочим, под руководством Алексея Меркулова. И с той обоймы заиграли немногие. Много талантливых ребят, как говорится, не только в нашем клубе, а вообще в мировом футболе, которые не выдерживают вот этого перехода из юношеского во взрослый футбол. Потому что возрастает конкуренция, возрастают соблазны. И много других аспектов, в том числе и физиологических, которые молодые ребята выдержать не могут. Поэтому, да, конечно, я предполагал, что будет побольше. Ну, а как получилось, так получилось. Один из самых перспективных игроков той команды, Алексей Теслюк, по-прежнему не может реализовать потенциал. 5 мячей за сезон – потолок нападающего. Нынешний год – минимум игровой практики и аренда в Смолевичи. С точки зрения тренеров, и, как говорится, ну, для него сделано было все, что угодно. Ему давалось много шансов, он постоянно тренировался с командой, было выдано много авансов. Я думаю, что он прежде всего должен разобраться сам в себе. А для футбола у него есть все качества. С того чемпионского сезона в турнире дублеров много событий произошло и в жизни Алексея Меркулова. Главный тренер в основной команде с последующей отставкой. Работа с юношами, роль ассистента. Говорит, все это опыт, который помогает сегодня вновь руководить родным клубом. Сейчас я стал старше, мудрее, немножко на некоторые вещи смотрю спокойней. Тогда, в 2013 году, я был совсем молодой тренер, поэтому
Меркулов образца 2013 года и Меркулов образца 2018 года, конечно же, это разные люди. За исключением одного, что и тогда, и сейчас я стараюсь сделать в Гомеле хорошо.